Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Горячая линия». И мы, как всегда, по средам продолжаем общаться с нашей городской властью и задавать ей вопросы, слышать их ответы и вообще стремиться понимать, что у нас происходит в городе, кто и что делает. И сегодня у нас в гостях заместитель городского главы Валентин Васильевич Гайдаржи. Добрый вечер. Добрый вечер. Валентин Васильевич, вы у нас первый раз в нашей серии программ, поэтому начинаем мы традиционно с того, чем вы занимаетесь, что входит в круг ваших обязанностей, какие перспективные планы, вот именно непосредственно направление, которое вы курируете. Ну, я курирую и координирую сферу жилищно-коммунального хозяйства, также координирую действия нашего управления ЧС, городского управления, не путать с главным управлением. На меня замыкается управление коммунальной собственности и квартирное дело. Скажите, вот у нас был Александр Федорович, он говорил о том, что он стремится как бы модернизировать, ну, он называл это эволюционировать городскую муниципальную власть, и даже для этого есть у него такой советник, это Валентин Бельский, который как раз за эту эволюцию отвечает. Расскажите о своих планах эволюции, имеется в виду в ваших подчиненных в ваших подразделениях. Какие вот вы задачи ставите перед собой с целью улучшения работы, там, оптимизации, возможно, или в принципе все нормально? Не, ну в сфере ЖКХ никогда не было нормально, в полном смысле этого слова. Всегда есть проблемы. Это та отрасль, которая, во-первых, исторически финансировалась по остаточному принципу. Во-вторых, это та отрасль, без работы которой, ну, невозможно прожить ни дня. И это та отрасль, которая нашему жителю, ну, к сожалению, не всегда оказывает те услуги на том уровне, на котором он их заслуживает. Поэтому проблем и вопросов к нашей сфере очень много. Есть куда развиваться, как с оптимизацией штатов, предприятий, организаций, так и с видами работ, с внедрением новых технологий и так далее. То есть фронт деятельности всегда в этой сфере был очень большой. Но есть задача минимум, задача максимум. Задача минимум – это оказывать услуги и делать так, чтобы, скажем так, работников сферы ЖКХ не было видно. Когда есть вода, когда есть тепло, в отопительный сезон, когда горит свет, убирается мусор, работает дворник, все нормально, никто не вспоминает. Как только нет какой-то из услуг, то сразу люди вспоминают об этом. Поэтому я вижу задачу минимум, чтобы как можно меньше вспоминали про тех людей, которые с утра до вечера выполняют свои функциональные обязанности. А задача минимум – это все-таки наша городская инфраструктура, нужно развиваться. Нужно, чтобы наши жители видели новое. Новое нормально, качественно отремонтированные дороги. Новое качественное наружное освещение. Новые тротуары, зеленые уголки и так далее, и так далее. Остановки, фонтаны и так далее. Понятно, спасибо. У нас, мне подсказывает режиссер, что у нас есть звоночек. Я попрошу режиссера, ну, как-то по-другому мне показывать, что есть звоночек, потому что я не вижу, к сожалению. И мы готовы его принять. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. У меня вопрос к Гайдаржи. Значит, я была на приеме у вас лично, у мэра, у Сенкевича. Вот по поводу ремонта фасада нашего дома, Даля 29. Нашему дому 130 лет. Уже такая дыромаха с аварийного фасада. Я прошу прощения, вы можете адрес конкретный сказать, если можно? Даля 29. И проблема ваша? Я объясняю проблему. Вот передо мной лежит бумага Сенкевича. Он пишет, что этот вопрос на контроле. 150 тысяч нужно на этот ремонт. Когда был вот тут в эфире у вас Палько, я ему задаю этот вопрос, он мне отвечает. Берите и делайте за свои деньги, потому что на это нужно 500 тысяч. Значит, один говорит 150, второй 500. Вот до тех пор, пока ваш Палько не будет в ЖКХ, город погибнет. Принимайте немедленные меры. Спасибо. Это-то к этому хорошему. Он работает? Спасибо. Спасибо. Мы адрес запишем, рассмотрим и потом дадим дополнительный ответ. То, что он в планах есть, да, что касается звоночек у нас уже.
Там, насколько я помню, у нас был ответ такой, что там какая-то была проблема с выделениями средств, проектной документации, что-то в этом духе было. Но я надеюсь, что как бы нам, давайте мы сделаем следующим образом, чтобы это не осталось отложено в долгий ящик, мы с вами свяжемся в следующую среду, накануне программы, и я озвучу для нашей зрительницы тот результат, который... Ну, вот, да. который Все сегодняшние вот... вопросы мы себе фиксируем, рассматриваем, и до следующей среды даем реальные ответы, что можно сделать в этом году, что... Да. Будем планировать дальше. Вы говорили о готовить сани с лета. Да? И вот сейчас мы как раз хотелось бы вообще поговорить о подготовке к зиме. К сожалению, у нас последние несколько лет была достаточно большая, достаточно проблемная зона. Это подготовка к зиме не только с точки зрения там, подготовки отопительных систем и так далее, но и уборки снега той же. И так, ну, то есть, грубо говоря, к зиме мы не всегда оказывались готовы. Вот скажите, как сегодня это все проистекает и будем ли мы готовы к зиме, когда она наступит? Ну, действительно, вопрос подготовки к зиме делится на несколько аспектов. Прежде всего, это подготовка наших жилых домов к отопительному сезону, наших объектов социальной сферы. Дальше это подготовка улично-дорожной сети и подготовка к работе в зимний период, то есть борьба с гололедом и уборка снега. Значит, поэтому поэтапно первое. Ну, понятно, что решением исполкома разработано мероприятие, назначен штаб, я его возглавляю. Каждую среду у нас проходит штаб по подготовке к зиме. Мы координируем действия. Жилищно-эксплуатационным организациям, учитывая, что тариф у нас был принят в 2009 году, мы его дважды корректировали только по статье «Вывоз ТБО и электроэнергия», так как первая возросла цена на ГСМ на государственном уровне и возросла электроэнергия тоже на государственном уровне. Поэтому мы были вынуждены вносить такие изменения. В целом же, так как тариф у нас, еще раз повторюсь, 2009 года, у жилищно-эксплуатационных организаций нет оборотных средств для качественной подготовки к отопительному сезону, поэтому, к примеру, в этом году на материалы на подготовку к зиме местный бюджет финансирует порядка 8 миллионов. А по сравнению с прошлым годом? Каждый год у нас идет рост, в прошлом году было порядка 6 миллионов, а в этом году 8 миллионов. Uh-huh. Поэтому надеемся, что жилой фонд мы подготовим, как таковых проблем у нас не будет. То же самое полностью профинансированы наши школы, садики, больницы, другие учреждения социальной сферы. Какие у нас опасения в этом году? Значит, теплоснабжение в городе подают два основных теплоисточника. Это Николаевская ТЭС, государственное предприятие, и ОКП, Облтеплоэнерго. Это областное коммунальное предприятие. Значит, по ТЭЦ, в принципе, основные проблемы, которые есть на сегодняшний день, все видят об этом, но не все знают, что мы, к сожалению, не можем в полной мере на это повлиять. Это качество выполнения работ по благоустройству. Прежде всего, восстановлению твердого покрытия. Мы все видим, в каком состоянии улица Московская, улица Чигрина, частично улица Садовая, улица Севастопольская. Это результаты выполнения ремонтных работ Николаевской ТЭЦ и, на мой взгляд, некачественное выполнение работ по благоустройству. К сожалению, улицу Московскую каждый год они ремонтируют и отдельными участками вскрывают теплотрассу минимум 5-6 раз. Для того, чтобы этого не было, я бы очень хотел, и городской голова поддерживает нас полностью, что Николаевская ТЭС за счет инвестпрограммы своей должна, пусть не в один год, но поэтапно выполнить ремонт, замену сетей. Дальше мы совместно готовы думать по качественному ремонту улицы Московской. То же самое по улице Чигрина. Дальше по Николаевской ТЭЦ инвестпрограмма, которую утвердил в том числе исполком городского совета, установка 61 прибора учета тепловой энергии. В принципе, каждую неделю мы с ними встречаемся. Скажем так, опасения, что они не выполнить инвестпрограмму, у нас нет. Совсем другое дело Облтеплоэнерго. Несмотря на то, что ОКП Облтеплоэнерго входит в пятерку лучших плательщиков за газ по Украине и имеет на сегодняшний день 19 миллионов задолженности. То есть это по Украине считается пятерка лучших? К примеру, там Одесса больше полмиллиона, Харьков ближе к
700-800, Киев больше миллиарда и так далее. Ну, понимаете, да, порядок цифр? То есть 19 миллионов по сравнению с другими, даже такими же областными центрами, как наш, сумма незначительная. В масштабах миллиардов, которые имеют задолженность другие областные предприятия. Тем не менее, на основании 217-й постановы Кабинета министров идет расщепление по платежам, и они на сегодняшний день получают из поступивших средств всего лишь 10%. Учитывая вот эту постанову, у них есть задолженность по зарплате, созданы две рабочие группы, одна депутатами областного совета, одна депутатами городского совета. Что настораживает нас, городскую власть? Первое, они не по графику выполняют работы по ремонту своих сетей. Второе, на сегодняшний день они не установили еще ни один прибор учета тепловой энергии, а горожане этого ждут. По инвест-программе это 291 прибор. А успеют ли они это сделать? Это вопрос, на который они нам отвечают, что да. Лично я в это не верю, поэтому мы запланировали за счет местного бюджета, понимая, что тепловики не в состоянии выполнять этот объем работы. Да, значит, мы запланировали в этом году 262 прибора учета за счет местного бюджета. Угу. Почему? Потому что еще два года назад по поручению Кабмина тепловики должны были до 1 января 2017 года полностью установить приборы учета на всех домах. Так как они с этим не справляются, мы в прошлом году установили 128 и в этом планируем 262. Угу. Опасений, что мы не успеем сделать, нет, но так как облтепло не успевает, мы прорабатываем сейчас с депутатами, и часть приборов учета, скорее всего, что возьмем, будем финансировать за счет местного бюджета. Я попрошу вас прерваться, у нас есть там звоночек, и нас зритель уже долго ждет, давайте его послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас такой вопрос. Улица Володарского, 11, жилой дом. Угол Севастской дивизии. У нас делали тротуар, очень большое спасибо, сделали разметку хорошую, все красиво, все. Но на углу Володарского, угол Севастской, стоит передвижное временное сооружение, которое закрывает окна Володарского, 11. Uh-huh. За этим временным сооружением, извиняюсь за выражение, наркоманы делают уколы, сделали туалет. Люди не могут перейти светофор, не уткнувшись в арбуз и в картофель. Мы вас просим ответить на вопрос, когда у нас наведется порядок с временными передвижными сооружениями на светофоре. Наш уважаемый мэр Сенкевич Александр Федорович ответил, что отреагирует. Уже 3 месяца это происходит, но люди идут в больницу калеки и не могут перейти. Объясните, пожалуйста, вы делаете тротуар, а эти перечисленные сооружения не убираете. Как это понять? Спасибо. Ну что ж. Ну, что касается размещения таких объектов, то на сегодняшний день это полномочия моего коллеги. Тем не менее, вопрос задан мне, поэтому я себе этот вопрос фиксирую, мы вам дадим ответ. То есть задача будет поставлена завтра же проверить наличие разрешительных документов на размещение этих объектов. Будет привлечена полиция к этой же работе. Почему? Потому что прозвучало слова, что собираются наркоманы и так далее. Это уже полномочия не органов местной власти, а полиции. Поэтому вопрос есть, несмотря на то, что это не мой профиль сегодня, мы им займемся, и вы получите ответ. Спасибо. А мы пока вернемся все-таки к счетчикам, не только тепловым, но и газовым. Вообще тема счетчиков у нас сегодня очень актуальна, ввиду достаточно таких вот цен растущих, диких. И, в общем, несмотря на то, что государство пытается нам помочь в виде субсидий, и вместе с тем, все равно сегодня каждая копейка на счету, и в то же время государственные деньги тоже тратить просто так нельзя. И так, по тепловым счетчикам приблизительно картина понятна. А вот что касается газовых счетчиков? Ну, давайте я по тепловым закончу. Было поручение городского главы, он договаривался с Министерством регионального развития, с нацкомиссией, я туда ездил, общался. В принципе, нас приняли, обещали посодействовать, но на сегодняшний день, к сожалению, проблема остается. И еще раз говорю, что опасения, что облтепло закончит вовремя подготовку и выполнит инвест-программу, и во всех домах будут приборы учета, опасения очень серьезные. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время мы примем окончательное решение. Тем не менее, говорю еще раз, что несмотря на то, что сегодня июль месяц,
291 прибор за такой короткий период, на мой взгляд, нереально. Что касается газовых счетчиков, то действительно была постанова Кабинета министров. Все горожане, ну не все, а скажем так, большинство знало, что первое по программе НАК «Нафтогаз» сначала устанавливаются счетчики газа, если по-простому, в квартиры, где есть котел. Следующий этап устанавливаются счетчики газа там, где есть котел, точнее, где есть колонка и плита. И до 1 января 2018 года, то есть полтора года оставалось, для того, чтобы установить счетчики во все остальные квартиры. То есть там, по сути, где остается только одна газовая плита. К сожалению, ну, несмотря на все эти обещания, Кабинетом министров были изданы новое постановление, в котором вместо поквартирных приборов учета было принято решение устанавливать общедомовые. Депутаты городского совета с этим вопросом не согласились, приняли решение запретить облгазу выполнять эти работы, но констатирую факт, что облгаз продолжает выполнять работу, потому что они регламентируют свою работу вышестоящими, да, постановой Кабинета министров. Единственное, что в рабочем порядке мы проговорили, там, где жители категорически против, то они просто актируют и переходят на другой дом. Общаясь, в принципе, и в министерстве, общаясь и с представителями, с руководством облгаза, они, в принципе, нас понимают, что добиться экономии, ну, допустим, 100-квартирный дом, да, добиться экономии, если будет только один общедомовой прибор учета, когда все показания будут разбросаны на квартиры, очень тяжело. Ну, практически невозможно, да. Потому это что та же самая система останется, да. Обязательные платежи. Поэтому, на наш взгляд, ну, если не получается с реализацией постановок Кабмина установить в каждую квартиру до 1 января 2018 года, пойдите по пути сначала малоимущих и, скажем так, сдвиньте сроки реализации. Но опять же, устанавливая общедомовые приборы учета, ведь это ж тоже затраты наших налогоплательщиков. Ну, да. И в конечном итоге эти затраты опять будут в тарифе. Спрашивается, для чего? Вот лично моя позиция, что, на мой взгляд, если не получается с реализацией постановки, которая была до этого, запланируйте работу, установите малоимущим поэтапно и дальше уже всем остальным категориям горожан, ну, допустим, через 2 года. Но не тратьте, опять же, деньги налогоплательщиков на то, чтобы установить в каждый дом сегодня. Эта позиция, в принципе, не только моя, совпадает и с депутатским корпусом, и с многими другими. Я хотел бы еще по этому поводу отметить две вещи. Первое, было очень интересное противостояние установки индивидуальных счетчиков. Вот по какой причине. Потому что, во-первых, счетчики устанавливались какой-то одной компанией, которая представляла из себя такую огромную штуковину, которая просто занимала там пол стены. Это раз, и они запрещали. То есть альтернативы не было, видимо, какой-то тендер выиграла эта компания с счетчиками. Это второе. И третье, что они врезали трубы таким образом, что у людей, где есть там, ну, стенки, да, и есть труба где-то там за стенками, то это надо было разворотить все, собственно говоря, все. Это было первое противостояние. А по поводу общедомовых счетчиков, да, действительно, сейчас очень многие обращаются, в частности, в наших программах, я имею в виду в других наших программах, и на радио нам говорят и звонят наши слушатели и зрители, и говорят о том, что приходится с боем отбивать, чтобы не устанавливали эти счетчики, потому что они общедомовой счетчик не хотят, потому что, ну, считают, что облгазу так удобнее из дома получать тариф и не мучиться абонентской платой. То есть это как бы они хотят это все свалить на горожан, а между тем жители домов, собственно говоря, ну, не все готовы платить как по советскому и по колхозному, как бы так. У нас есть еще один звоночек, я надеюсь, вы еще с нами. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, Валентин Васильевич. Моя фамилия Удовиченко. Я к вам обращался по вопросу дома, по проспекту Ленина, 183А, первый подъезд. Значит, там история тянется 3 года. По чистой случайности я вам направил письмо с давностью 3 года, его готовил Палько, где обещали восстановить отмостку. После обращения к вам с приложением старого письма, да, сдвинулась работа, сделали отмостку, но
до 1.5 метра не дошли, там яма, и теперь снова отмостки, все стекает полностью под дом. Поэтому я бы просил вашего распоряжения, чтобы на эту, на этот дом 183А по проспекту Ленина, первый подъезд, просто пусть кто-то подъедет, вот, и посмотрит. Лучше вообще было не делать. И в продолжение 20 секунд первого вопроса. Напротив этого дома, подъезда, стоит 3 пятиэтажных дома. В основном живут пенсионеры. Значит, для галочки Николаев ГАЗ установил им один счетчик на нас всех. Это просто халтура. Я считаю, это надо запретить, не обманывать людей. Спасибо, извините. Спасибо вам. Ну, по адресу я отметил себе, проспект Центральный, 183А. Я посмотрю. Я думаю, что либо это недоделано, либо это новая земляная работа в связи с вводом холодной воды. Не буду сейчас давать оценку, надо выехать на место посмотреть. Хорошо. Ну, видите, опять та же тема, все-таки централизированные газовые счетчики, в общем, собственно говоря, не выход из создавшегося положения. И, собственно, я лично с вами согласен абсолютно, что бездумно тратить деньги на налогоплательщиков не стоит. Действительно, лучше это делать все-таки программой, тем более, учитывая достаточно успешный опыт сегодня и совместного финансирования, и инвест-программы, и зарубежных доноров, то есть, я думаю, что можно было бы в идеале, конечно, что-то придумать. Еще хотелось бы, вот буквально там у нас пару минут осталось, хотелось бы поднять тему наружного освещения города. Вот, собственно говоря, у нас как таковых проблем, по крайней мере, ярко кричащих, я не слышал, и, собственно, люди к нам не обращались на тему того, что где-то там, ну, собственно говоря, вообще нет света, да, то есть, в принципе, город достаточно неплохо освещен, и вместе с тем мы понимаем, что это бюджетные деньги на освещение так потихонечку уплывают и уплывают, и вот хотелось бы спросить вас о тех сегодня нововведениях в Украине, это установка и ламп энергосберегающих, и каких-то солнечных там батарей и так далее и тому подобное, то есть, ну, решение все-таки для безопасности нашей освещения должно быть, и, в общем, собственно говоря, хотелось бы, чтобы оно еще было, ну, экономно, скажем так. Что вы по этому поводу можете сказать, ведется ли в этом направлении работа, если ведется, то какая? Ну, работа в этом направлении ведется, еще 10 лет назад у нас было 2000 светоточек, сейчас у нас их порядка 29 тысяч. Наружное освещение финансируется за счет местного бюджета. Каждый год мы выделяем достаточно весомые финансовые ресурсы на выполнение этих работ. Что я хочу сказать? Понятно, что технологии двигаются вперед. Мы в этом году, скажем так, тоже начали выполнять работы пока за внебюджетные деньги по замене ламп на энергосберегающие, на светодиодные. К примеру, одна городская компания выполнила работу за свой счет и поменяла светильники на Ингульском мосту. Старые светильники натриевые мы будем использовать на улицу Потемкинской. Вообще, в этом аспекте я бы хотел сказать, что менять натриевые лампы, которыми работает наш горсвет, на светодиодные, срок окупаемости будет около 20 лет. А вот замена старых светильников с лампами накаливания на замену светодиодных, то, ну, экономия и возврат вложенных средств в зависимости от типа светильника может быть до 2 лет. Uh-huh. Поэтому в этом направлении мы движемся. Также в этом году впервые мы выбрали места концентрации ДТП на нерегулируемых пешеходных перекрестках, ну, для простого гражданина, там, где нет светофора, и установили первые 4 таких светильника на перекрестках. Первый возле воинской части на Большой Морской перед мостом. Дальше на водопроводной с двух сторон и проспект Центральный. Первая Слободская, проспект Центральный, и вторая Слободская, проспект Центральный. Дальше мы, скажем так, эти светильники мы установили на существующих опорах. Есть места концентрации ДТП на таких перекрестках, где нужно установить дополнительные опоры. Сейчас изыскиваем, опять же, за счет средств меценатов, то есть те предприятия, которые хотят нам помочь. Изготавливаем такие опоры, будем устанавливать и дальше такие светильники. А в целом, есть у нас уже постанова Кабмина, есть по просьбе, скажем так,
Ну, благодаря работе народного депутата Жолобецкого Сан Саныча будет субвенция на, по наружному освещению центрального района в сумме 3 миллиона с нашим софинансированием. И там мы рассматриваем строительство нового наружного освещения с использованием светодиодных энергосберегающих ламп. То есть в этом отношении мы движемся дальше. Еще раз говорю, что если установлен уже натриевый светильник, то менять его на светодиодный — экономика. Что ж, спасибо большое. У нас время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Спасибо. У нас в гостях был сегодня заместитель городского головы Валентин Гайдаржи. Спасибо, что пришли. Спасибо, что ответили за наши вопросы. И для зрителей хочу сказать, что в начале следующей программы я обязательно озвучу те решения или те вопросы, которые вы сегодня задавали, какие были приняты решения, какие действия будут предприняты. Благодарю вас за то, что пришли. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые зрители, что были с нами. До следующей среды. Мы опять продолжим наше общение с представителями муниципальной власти, и вы сможете в прямом эфире задать свои вопросы.